Всем огромнейший привет, с вами снова Айс, Final Fantasy 1 на NES, и идем обирать комнаты, закрытые на магический замок. Шанс ударить первым, ну, круто. Рискнем, вот так вот. Вдруг убьем трех волчар за раз? Не получится, ладно. Ну, фикус, как всегда, ждет. Кенич, кстати, тоже встал, наконец-таки. Ну, не добил. Не добил, к сожалению. Бывает. Давайте сделаем так, так, так и так. Надеюсь, что получится. Ваншот! 195 урона! Вот это фикус, красавец! Ничего нельзя сказать. 61 от Кенича, и это добивание. И у Робоч 38, это тоже минус волчара. Неплохая битва, довольно-таки неплохо нам дадут за это опыта. Да, что-то я переборщил. Сказав, что неплохо, ну, мне почему-то казалось, что где-то очков 200 нам дадут, ну... Хрен бы там. Как говорится. За них дадут много денег. Блин. За них дадут много денег. Мысль у меня одна, то есть заехать ли в первый город купить. Я какую там магию куплю, в принципе, мне. Все слота-то забиты, да, то есть. Заходить, если в первую деревню, там покупать какую-то магию, мне просто некуда будет поставить. Ваншот от фикуса, естественно. Фикус магию. Ой, что я гадить. Вот так оно поручее будет. Крит от Айса 34 урона посохом силы. Ну, не добили, ладно. Робоч добьет, двойной удар, 66 урона. Все круто. Айс 16... А, по Айсу 16. Я уж подумал, что, блин, Айс еще раз, что ли, ударил. Отвлекся на минутку, посмотрев на Стюрину, как у нас все запись идет. И... Там нет вроде, да, как... Там вроде нет причала, поэтому придется идти пехом. Пони когда-то был очень сложный враг для нас, а сейчас ваншот. Просто крит откинет сотня на нах. Извиняюсь за такую радость, но, блин, кинешь сотню. Вау, круто. 15 опыта, 15 золотых, ну, как бы. Рассчитывать на большее было бы глупо. Гоблины, ну, не знаю, если можно было бы, да, такой автобой, как в героях третьих, чтобы вот не биться, а просто пропустить бой и узнать результаты сражений, то я бы, наверное, так и делал. По крайней мере, с такими совсем уж слабыми врагами. За которых там от силы 10 опыта дадут нам, может быть. И столько же монет. А если дадут? Кинь 75 урона, ну, по слабым очень врагам 71 урон, считай. Фикус вообще может за 200 бить, не знаю, по ним, наверное. Ну, 178 грит не за 200, все. Я думаю, что последнего оставшегося в этой группе гоблина мы добьем. Добьем относительно легко. Так оно и в принципе получается. 7 опыта, 30 золотых. Ну да. Монет побольше, опыта поменьше, чем я думал. Ну что ж, зайдем вот в эту. Ну, блин, башню, не башню. И тут должна быть комната, которая закрыта магическим ключом была. А может даже две. Вот.
И, возможно, там нам дадут еще несколько хороших вещей, как вы думаете? Ну, по крайней мере, я в это надеюсь. Ну блин, ну через каждый этот наглость. Через каждый шаг новый бой. Шаг бой, шаг бой, шаг бой. Ужас, просто ужас. Просто ужас. Ну тут по идее, раз я попал, должны за ход все решить. Ой, за ход, за два. 5 врагов было, к сожалению. А нет, 4, все правильно, заход. Что-то я, блин, заговариваюсь, вернее. Какое-то внимание, блин. Думаю, наверное, о другом. Думаю о том, как бы собрать хорошие вещи, да. Я же помню, что это была какая-то комната, запечатанная магическим ключом. Или меня глючит. Может быть это? А может я вообще не туда пришел, с дуру? А 83 урона. Круто. 26. Тоже неплохо для мага-то белого, правда? Ну и 122 от Кенни Крит! Новый! Новый мировой рекорд Кеннича! Крит 122. Супер. Опыта огромное количество. Денег тоже огромное количество. Блин, да ёпарас, это я же помню, что было. Тут нахрена я сюда туда лез. Зря что ли время теряли только. Вот. Кажется, тут. Потому что напали горгульи. А может они просто так? Нет. Явно сильнее, чем обычные бойцы этого замка. Ну то есть развалин, да, замка. Победа! И вот за них дадут уже более-менее нормальный опыт. 66 плюс золотых чуть побольше. Меч волка и мягкость. Посмотрим оружие. Давайте по статусу, да, то есть урон 38. Если я возьму меч волка, посмотрим статус, урон станет 33, да? А если мы его дадим, например, да, например, дадим Кеничу. Статус. Сейчас, ну, просто медленно все 22. А если мы возьмем, а волка мы вообще взять не можем, значит нам скорее всего давать уробу еще нужно, да, соответственно, статус уробы смотреть. 24 плюс 37, блин, сейчас извиняюсь, 24 плюс 37 и соответственно 27 42. Отлично. Опять на поле горгульи, у них, конечно, очень сильная атака, вопросов нет. Но мы не должны там вздыхать в этом бою и так далее. 48. Ну, каменные горгульи, да. Понятно, что по ним урон будет проходить не очень сильный. Ну, с другой стороны, у нас есть танк. Прикольный меч, да, выглядит так? Как розово-красный, но очень такой огненный, короче. Это прикольно выглядит меч. Ну, добиваем еще одну горгулю, получаем там 80 очков опыта где-то и 200 чем-то монет. 99 очков опыта, 240 монет. Ну, это очень легкий бой. Понятно почему.
в этой комнате обитают обычные мобы, которые были, когда мы делали квест, а уровень у нас был явно не такой. Ну, смотри, 23 опыта. 23 опыта за него, это, в принципе, очень неплохо. Надеюсь, что тут тоже будет дверь, запечатанная магическим ключом. Попались два урода. Ну, давайте, не знаю, загасим. 15. Ну, в принципе, неплохо, опять же, для белого мага. Ваншот от фикуса. 129. И ваншот от Кенича. Неплохо. Очень даже неплохо. 31 опыт. Мало, конечно, опыта. Да, бой. Те же самые гаргули. Давайте вот так вот, чтобы не рисковать. И, не знаю, ну, вот так вот сделаем. Все равно потом магию мы восстановим в любом случае. 22 урона от Кенни. Ну, удар был единичный. По фикусу всего лишь 4 проходит, хотя четверные удары. И по айсу 34 тройные. Крит 89. Естественно, минус гаргули. Добил уробыч. Ну и фикус должен ваншотнуть. А крит, и еще один. 152 урона по щади. Нечисти, короче. По щадю ада, да? Очень неплохо подхилили, кстати, где-то на 65 получилось. Очень классно подхилили. Кенич 35, но опять же, одинарный удар. Это намного лучше, чем раньше было, там 18-20. Даже не двойной удар. Победа! Победа очередная. 1000 опыта, 1100 очков опыта, практически 240 монет и рунный меч. А вот тут мне кажется, что все-таки он фикусу пойдет, блин. 38. 33. Нифига. Может, тебе так серебряные-то оно нравится. Так. Статус. 25. Ну, кажется, что да, 25. И там явно. В общем, это рунный кинжал, наверное, да? И шанс попадания больше, урон больше. Кстати, оба, подождите. Тут нам что, осталось совсем чуть-чуть до уровня, получается? 37 опыта, да, смотрите. До уровня-то вообще чуть-чуть. Таким вот, по чуть-чуть, да, по зернышку. Как курица, ну. Ну, практически еще один уровень каждому сейчас нашего персонажа набили, это классно. Это очень классно. Зомби, кстати, могут дать как раз очков 30, но вряд ли больше. Неэффективно. А это уже интересно. То есть у Кенича какой-то рунный кинжал, видимо, который эффективен только по какому-то определенному... 12 всего лишь. Врага... По какому-то определенному типу врагов, что ли. Так, наверное, да? И сейчас по не нежити обычным тоже он будет как бы неэффективен, тогда мы его как бы отложим на будущее. Сейчас посмотрим, попадем, например, по гоблинам, да? Или нет. Ну, естественно, ваншот. От урога. У гоблина слишком мало жизни, то есть любой, если нас попадает, то это ваншот гарантированно. Да, 57, двойной урон, то есть нормально. Просто он против нежити не робит, то есть нежити им нельзя бить. Тоже очень классно выглядит, кстати. Такой фиолетенький кинжальчик. Похож из Вовки на...
кинжалы, а уроги, которые были, блин. Забыл, в каком тире. Ну ладно, это не столь важно. Заходим. Кстати, смотрим магию. Второго у меня не хватает, кстати говоря. А тут первого не хватает. А, ну значит все, супер. Значит все, классно. Значит, мы идем покупаем магию, да? Первого уровня, естественно. А подождите, какая? Белая, да? Значит, для Айса, и это будет вред слабенький, который мы хотели взять. Тут же для уроба. А, ну тут первого уровня, да. В принципе, это не так страшно. В общем, в этом взяли, на всякий случай. Начально уровне, чтобы бить по нежити. А за 30 монет, естественно, очень дешево у вас, спасибо. Ну что ж, и на этом мы заканчиваем очередную серию. Да, она получилась, конечно, не такой длинной, но мы взяли то, что нам нужно было. Ради новых серий! Оставайтесь с нами. Большое всем спасибо за просмотр. С вами был Айс, и всем пока-пока.